наслышаны очень много о питерских возможностях, что там прям выставляют целые палатки, где можно в нужном антураже сфотографироваться, в нужном костюме. Ну и решили, у нас есть возможность, у нас есть красивое историческое здание, у нас есть костюмы, почему бы и нет. Спрос есть, единственное, говорю, опять же, проблема в непривычности у людей. То есть те, кто узнают, им это интересно, они хотят, они идут. Но многие еще пока так очень реагируют, ух ты, неужели? То есть у них прям искреннее удивление, что можно.